Приветствую, друзья! С вами Булавцев Михаил, и мы продолжаем свое обучение в Камтазе. И сейчас я вам расскажу, как вставить логотип к своим видео. Итак, нажимаем «Файл», «Создать», «Опубликовать». Здесь вы уже умеете выбирать настройки. Нажимаем «Пользовательские настройки», «Далее», «Далее». И здесь ставим галочку «Добавить водяной знак». И нажимаем кнопку «Параметры», чтобы установить наш логотип нашего проекта «Карьера онлайн». Ссылка на данный логотип будет находиться в описании к видео. Скачивайте его оттуда и сохраняйте у себя на компьютере. Выбираем место, где у нас находится наш логотип. Нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем папку, в которой лежит данный файл. Выбираем данный файл. Можете поиграть с настройками, сделать в качестве гравюры прозрачный цвет, но удобнее всего и красивее будет в случае с нашим логотипом не применять данные настройки. Выбирайте масштаб отображения, насколько большой или маленький у вас будет логотип. И выбирайте место, где он будет находиться у вас на картинке вашего видео. И можно выбрать сдвиг по горизонтали и вертикали, то есть отступ от края, насколько он будет близко или далеко от края находиться. Нажимаем ОК. Продолжаем дальше. И последний шаг сохранения нашего видео, выбор пути сохранения и имя нашего видеофайла. Нажимаем «Готово». Файл у нас начинает обрабатываться. И в конечном видео будет стоять логотип, который вы установили. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео. С вами был Булавцев Михаил. Всем пока!